Вот такая у него. Личная подпись у Месси, кто не знал. Ну, естественно, но в рамке это типа картина. С сертификатом и бутсы в салах. Так, сориентируемся по цене. Сколько? 4010 дирхам. Это больше штуки баксов. А сколько футболочка Месси с его личным автографом? Так, Бурси тоже с автографом. Здрасте, вон же. Ну все, да, я же вон же. Салах вон. Так, это тоже Месси? Сигнатюры Месси. Леонель Месси. Сертификат. Соответствие. Так, какой же это у него размер? Где-то 41, небольшая нога. Да? 41, 42. Не пишется там. Мячик. Так, 1999, это где-то 600 долларов. 21.02.19 подписал. Так, а чьи ж тут автографы? Так, Салах. Маечки по 5000 дирхам, если что. Райан Гиггс. Слышал, да? Манчестер Юнайтед, да. Маечки 5000 дирхам. Леонель Месси. С его автографом мячик. Так, чемпион, Лига чемпионов. Вот такие вот сувенирчики здесь можно приобрести, дорогие друзья. Так, Гиггс, Райан Гиггс. Так, кто там еще не вижу. Ну, как-то так. Магазин очень оригинальный. Сейчас мы еще посмотрим другие вещи. Так. Тут такое, что нигде больше в мире нет. Ну, вот, да. Эксклюзив шикарный. Обалденный эксклюзив. Сейчас мы все еще увидим и вам покажем, дорогие друзья. Так, что у нас здесь еще? Эрик Кантона и Лука Модрич. Лука Модрич, экс-чемпион мира. Нет, не экс, а вице-чемпион. Экс это бывший, а серебряный призер это. Вот так вот.